лица. Бывает совершенно разные, конечно. Можно вкалывать ботокс в лицо, можно подсаживать под кожу силикон, можно вводить нити, можно делать операции. И все это называется лифтингом. Есть еще один вид лифтинга, натуральный лифтинг, где не нарушается целостность кожи, лица и подкожных тканей. Лифтинг, при котором лицо, кожа лица, ткани подкожные становятся только лишь здоровее и красивее. Ведь мы знаем, что красота является функцией здоровья. Красота кожи лица является функцией здоровья лица. Этот натуральный лифтинговый комплекс, который я предлагаю, состоит из нескольких главных частей. Одна из них, из главных частей, это массаж. Не просто массаж, а лимфатический массаж, лимфатический перекатывающий массаж. При этом массаже не сдвигается кожа, не наносится вред никаким тканям, не растягиваются ткани, и при этом я заменяю жидкости, из которых состоит кожа и подкожные ткани. Вы знаете, что мы состоим на 70% из воды, из жидкости. Я их заменяю, перекатываю в лимфосистему. И на следующем этапе я выполняю такой массаж, который заставляет кровь прилить к лицу. Кровь наполняет ткани лица, тем самым обеспечивая питание тканей, принося с собой белки, жиры, углеводы, минералы, витамины, белые кровяные тельца и кислород. Кроме массажа, для обеспечения лифтинга лица я с успехом использую еще несколько инструментов лифтинга. Одним из этих инструментов является упражнение для мышц лица. С возрастом, к сожалению, мышцы, которыми мы пользуемся в юношестве, несколько ослабевают, теряют объем, и кожа обвисает. Естественный лифтинг предусматривает наполнение этих мышц объемом, увеличение их объема и растягивание кожи лица. И последним из главных инструментов – регенеративная косметика. На сегодняшний день в мире существует совершенно прорывная такая вот косметика, совершенно новая. Эта косметика позволяет резко улучшить качество кожи. Мои пациенты, которые в течение нескольких месяцев получают перекатывающий массаж, то есть массаж, который хорош для лица, с тем, чтобы обеспечить питание подкожных тканей и кожи, с тем, чтобы не дать этим подкожным тканям усыхать. Мои клиенты, которые параллельно используют регенеративную косметику, о которой я говорю, и занимаются тем, что они усиливают мышцы лица, в течение нескольких месяцев
достигают здоровья и красоты кожи лица. Уходят дефекты лица, уходят морщинки, уходят шрамы, такие как акне лица. Кожа становится молодой и красивой. Морщины исчезают. Кстати говоря, если вы сейчас обратите внимание на лице моей пациентки, сейчас, сию минуту, нет ни одной морщины. Попробуйте вернуться к началу, этого фильма и посмотреть, как она выглядела в начале, до того, сколько было морщин на лице. Совершенно чистая кожа. А в результате длительного получения этих процедур, включающих как упражнения для мышц лица, так и массаж, так и пользование косметикой, кожа становится не просто не морщинистой, кожа становится молодой и очень красивой. Я приглашаю всех, кому не безразлична их красота, с молодых лет начинать заботиться о своем лице, о своей коже. Ведь в тот момент, когда вдруг в зеркале видишь дефекты кожи, уже очень трудно с этими дефектами бороться. Намного проще не допустить их появления. Поэтому вот такая вот процедура хорошо для женщин и мужчин, начиная с 25-30-летнего возраста. Благодарю за внимание. Я желаю своей пациентке и всем зрителям быть молодыми, красивыми и здоровыми. Всего хорошего.